является кандидатом мастера спорта по боевому самбо. Призер чемпионата Москвы по боевому самбо 2013-2014 годов. Призер чемпионата Москвы по рукопашному бою 2014. Его вес 76,1 килограмма, но не светлый. Красный угол. Артем Тарасов. Представляет клуб Fight Pro город Санкт-Петербург. Является мастером спорта по боевому самбо. Чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо. Его вес 75,95 килограмма. Здравствуй, посмотрим, как ты готов. Давай. А зачем он толкнул тебя, Артем? Вот зачем он толкается? Чего ты толкаешься? Зачем? Драчун! Драчун, блядь! О, здорово, здорово! Максимально папа. Здорово, здорово, бля! Зачем такие папы? Это панты, это панты. Ребят, смотрите, это панты, это панты. Если вы видите Тарасу, он делает так, слышь ты, блядь. Все, как, мы красиво приезжаем, мы красиво живем. Я такой же, как и ты. Я из нищеты, я оттуда же, откуда ты. Понимаешь, приятно, когда ты сам всего добился, можешь позволить себе такую тачку, такую тачку, такую тачку. Можешь позволить себе 10 операторов, 10 камер. Приехать сюда со своими пацанами на Гуччи. На Гуччи вот так вот. Я офигенно зайти устроить шоу. В России никто не устраивает шоу, мы будем устраивать. Вот и все. Сильные стороны. Высокий, быстрый, четко, длинные руки. Хорошая реакция. Ну, у тебя ударка, да, больше? Да, я ударник. В целом, ну, есть небольшие переживания, связанные, например, я думаю, что больше с моими друзьями, которые просто мне приходилось вот то потратил очень много сил, чтобы сюда даже доехать. Вот. Ну, а в целом, что, я готов к бою. Самое главное, как говорится, выносливость. Своих технико-тактических данных я не сомневаюсь. Вот выносливость только может подвести, но я думаю, все будет нормально. А соперник серьезный, нет? Как считаешь? Ну, все говорят, заряженный, серьезный. Не знаю, соперник или соперник. Вот. Не там какой-то супер крутой боец. Обычный, нормальный, среднего уровня. Тягаться можно еще. Артем Тарасов! Поплатился.
Вышел слишком расслаблен, соперник заслужил эту победу. Что сказать, вы все видели сами, что ты скажешь. Выиграл, слава богу, старался, хотел выиграть так. Хотел выиграть чуть быстрее, как всегда поторопился, но в конце все-таки оторвал руку. Не, ну тебе реально как бы не хочется себя проверить там на два раунда? Не хочется рисковать, честно. Вот, то есть, потому что выносливость еще не на том уровне, когда можно себя проверять. Ты знаешь, там первый раунд поработал, второй раунд нет, не та выносливость, поэтому приходится работать и быстрее. Знаешь, когда я его бросил, и он не поднялся, ой, и он поднялся, то есть я думаю, блядь. Не хочется кого-то более рейтингового, кого знают уже? Да я говорю, потихонечку растем, то есть не надо торопиться, мы всегда успеем. Сейчас уже будет колумбиец, это международный бой, да? Посмотрим, что будет в ноябре, да? Может, мы вообще вызовем кого-нибудь на бой, посмотрим. То есть идем потихоньку, торопиться нет смысла, не надо ломать систему, да? Потихонечку, бой выше. Сейчас соперник поинтереснее был, чем в прошлый раз, следующий еще будет интереснее, ну и так далее. Ну смотри, сейчас очень сильно в ММА ударился такой воркаут Руслан Бадургов. Ну, ты же любишь хайпить, тебе было бы с ним очень круто как бы выступить. Ну, если Руслан Бадургов не против подраться, то я подрался с ним. Вот, он делает, занимается спортом уже долгое время, поэтому если Руслан Бадургов хочет подраться, либо вообще это было сделать это крутое шоу, все-таки он долгое время занимается спортом, он сейчас тусит с Конором, он за Конора, я за Хабиба, то есть интересную историю можно сделать. В общем, кто хочет мой бой с Руслан Бадурговым, пишите ему в Инстаграме, давай, дай бой Тарасу, что-нибудь такое, и мы сделаем это красиво. Все-таки понты помогают, да? Да нет, я просто чувствую себя уверенно, это не понты, это образ, который мы создали, и мы идем дальше. Мы сейчас поднимаем деньги на стратегии Т-90, мы поднимаем до хрена денег, мы подняли всего за пару недель 330 косарей, почему нам нельзя выпить? Поэтому, ребята, если вы хотите тоже поднимать деньги, ставьте по нашей стратегии Т-90, совсем скоро мы запускаем бота, ссылочка будет в описании. Друзья, вас всех люблю, спасибо большое, спасибо Якову с канала Труджим, что всегда поддерживает, спасибо всем, кто меня поддерживает. Пишите в комментариях, как вам мой бой, друзья, всех обнял.